Так, всем привет, ребята, с вами Брэда сегодня, и будем смотреть новый трейлер, новый геймплей-трейлер. Я как, ну, по картинке увидел, что там будет Герас, уже, короче, спалил всю информацию. Так что давайте сейчас посмотрим, что там вообще творится. Я вообще тоже в таком хайпе, не знаю, чего ожидать, если честно. Давайте просто посмотрим. Включил в 4К субтитры, ну и давайте, погнали. Так, уже чуть-чуть по-другому начинается. У, какая красивая арена. Юкан, мультяшный. О, Герас, друг. Окей. Интересно. У. У него практически так сильно не... не заменили. Так, почему? Ух ты. Прям как хроника. Так, ух ты, ух ты. Красиво. Два? Чего себе? Так, красиво попал. Также прыгает с напрыжкой вниз один. Но у него много командников появилось. Так, Дариус этот. Что это было? Что-то новенькое. Так. Fatal Blow. На, перчаткой. Ух ты! Прикольно. You are relishing your role as Earthrealm's protector. Может, новые фаталки какие-то увидим? Хо-хо, скоро. Those with power must know how to use it wisely. When you restarted history, you altered the destinies of certain malefactors to neutralize them. Crafting a timeline. Много черепушек, это прикольно. От скорпиона. Your vision of peace may already be compromised. Ага. На. Бедного смоука валят. Дэн Фрост. Фрост была. Пока новых персонажей не видно. Совсем новых, только Герас вот. Ух ты. Так, это должно быть фаталити. Ага. Ух ты. Споловинил. Вот это да. Неплохо, но... После Бараки, если честно, не такой сильный трейлер, не такой сильный трейлер. Так, ну давайте еще раз посмотрим, но посмотрим в этот раз немножко меньше громкости и будем ставить, наверное, на паузу, чтобы обсудить. Мне вот это вот